Праздник белорусского шелка на этот раз принимал гостей из России, Украины, Бельгии и Австрии в программе «Льняной парад и дефиле, мастер-классы и выступления», а также экспресс-курсы по истории льна, использование его в кулинарии, косметологии и изготовлении одежды. Любой желающий даже мог попробовать научиться ткацкому мастерству. Напомним, льняная карусель кружила райцентр в третий раз. На неделе во Дворце Румянцевых и Паскевичи подвели итоги республиканского пленэра. Участие в нем приняли 9 знаменитых белорусских художников. Работали мастера кисти на территории Гомельского парка. Когда в творческой лаборатории нет стен и крыши, рождаются самые смелые и самые яркие идеи. Как правило, на пленэрах полноправными героями картин становятся свет и воздух. И в сочетании с душевным порывом художника на свет появляется искреннее искусство. С результатами недельного пленэра гомельчане ознакомились на импровизированной выставке. Здесь представили не только пейзажи. Многие художники заглянули во дворец и написали картины в полузабытом сегодня жанре интерьерная живопись. Сейчас все работы отправились в мастерские своих создателей. Там их доработают, оформят и преподнесут в дар музею Дворца Румянцевых и Паскевичей в дни празднования векового юбилея. Один из участников пленэра отметил в Гомеле день рождения. 8 числа 8 месяца ровно в 8 часов утра и 8 минут знаменитый символист, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов организовал перформанс в парке. Художник наносил последние штрихи на живописную работу, когда рядом возник поэтический образ музы. Свою новую работу, написанную во время утреннего пленэра, мастер передал в дар музею дворцово-паркового ансамбля. Лето – это маленькая жизнь. В Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка фотографий Ирины Карпенко. В экспозиции 25 работ, главные герои которых – дети. Автор объединила коллекцию фотографий названием «Лето – это» с предсказуемым продолжением фразы. Экспонируются работы в рамках эксклюзивного проекта Центральной библиотеки «Выставочное пространство молодым». Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухоронок и Сергей Лукашук. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».